Тверские немецкие школьники выступили с международным музыкальным проектом «Музыка ради мира». Совместные репетиции начались задолго до премьеры спектакля. Сначала по интернету, потом в Твери. Как это было, выяснила наша съемочная группа. Каком? У меня все в порядке. Изабель Шнайдер впервые играла в спектакле на русском языке. Ее родители приехали в Германию из Казахстана и в семье всегда говорили на двух языках. Это помогло девушке справиться с ролью. Нам же тексты давали. Я могу читать, но очень медленно. Это для меня очень тяжело. Ну, очень интересно было. Я думаю, что мы все просто ради, так много эмоций таких. Так классно было вообще. Артисты театра «Премьер» при 12-й гимназии Твери и школьники из немецкого города Гренцах-Виллен впервые увидели друг друга в реальности всего неделю назад. Но совместные репетиции начались задолго до этого. Преодолеть расстояние помог интернет и скайп. Во время подготовки тверские школьники выучили номера на немецком языке, а их коллеги в то же время осваивали русскую речь. Для того, чтобы все это было отточено, четко, мы работали последние 2 месяца в режиме нон-стоп. Даже не 2, а 3. С июня по конец августа. То есть без выходных, ежедневно мы встречались, оттачивали. Для детей такой совместный проект – это возможность практиковаться во владении языком, узнать о другой культуре, найти друзей. А вот руководители немецкой делегации ставят более обширные цели для такого взаимодействия. Мы планируем расширять наше сотрудничество. Надеемся, что оно не ограничится единственным приездом. Мы считаем, что музыка помогает людям понимать друг друга лучше, чем слова. И по-настоящему укрепляет дружбу между разными культурами. Тверь поддерживает тесные связи с различными зарубежными городами. Это помогает рассказать иностранным гостям о городе, как о месте, привлекательном и для туристов, и для инвесторов. Самое главное, что наши подростки, молодежь, имеют возможность общаться, даже не зная язык, общаясь и через переводчика, и используя интернет-технологии. И в то же время видят, сколько много общего между ними. В среду в Твери состоялась премьера международного творческого проекта «Музыка ради мира». Планируется, что его будут продолжать. И тверские школьники также посетят Гренцах-Виллен с ответным визитом.